Сильно понравилось, это дает такую дополнительную мотивацию, все-таки когда почувствуешь уже себя, это интересно очень сильно. И знал, как управлять? Объяснили, все доступно объясняют. Так легко все было. Да, да, не было сложно. Впечатление прекрасное, реалистичность полета просто завораживающе и удивляет. Собственно, ничего сложного нет, я не первый раз управлял, поэтому имел представление, как управлять этим самолетом, имел некий опыт управления самолетом. Это был мой второй полет. Ну, первый раз как бы мандраж колотил немножко, но потом все нормально стало. Постепенно все узнал. Еще без левой шасси приземлился. Нормально. Учебный полет, было отключение гидравлики, и довольно ощущение полное, ты прям понимаешь, что как это тяжело, когда у тебя нету гидравлики, и ты понимаешь, что сил просто не хватает. Это был твой первый раз? Да, это был мой первый раз. И какие впечатления? Только самые наилучшие. Произошло твои ожидания? Да, более чем. У меня был отказ левого двигателя, довольно-таки тяжело было сосредоточиться на всех вещах, так как летал на симуляторе первый раз.
но был приятно поражен. Буквально через 30 секунд ты сел, и ты уже не помнишь, что ты сидишь в смотре, ты как будто летишь на самом деле. То есть абсолютная симуляция всех движений, всех порывов ветра и прочего. Мне выпала погода шторм, и на самом деле это штормило хорошо. Это был твой первый раз? Да, это я первый раз сел в такой симулятор, и как бы я считаю, что я справился. Знал все, что делать, или еще тебе помогали? Не, Пранос мне подсказывал, как бы спасибо ему, конечно, но я думаю, что я оправдал все ожидания его, и как бы я, честно говоря, доволен своими полетами. А свои ожидания оправдал? Как, безусловно, да.